Молодежь нового Узбекистана – это фундамент третьего ренессанса. В настоящее время в стране особое внимание уделяется созданию всех условий и возможностей для молодежи, более широкому привлечению молодых кадров в государственное и общественное управление, их подготовке на ответственные руководящие должности в будущем. По инициативе главы нашего государства, выдвинутой на молодежном форуме, состоявшемся 30 июня 2021 года, по всей республике сформированы клубы лидеров будущего, резерва нового поколения. Об этом говорилось в Алмалыкской специализированной государственной общеобразовательной школе номер 19, в которой побывал заместитель председателя клуба будущих лидеров Мирзабек Гасанов. Он побеседовал с учащимися 10-11 классов школы, отличниками учебы, активистами общественной жизни. Ребятам было предложено принять участие в конкурсе сочинений «Лидеры будущего», победители которого получат возможность стать членами клуба и получить образование в соответствующих высших учебных заведениях. В ходе мероприятия также отмечалось, что деятельность клубов будущих лидеров направлена на повышение привлекательности государственной гражданской службы для молодежи, формирование у них лидерских качеств, подготовку к государственной гражданской службе путем сочетания теории и практики, повышение знаний, навыков и квалификации в этом направлении, отбор молодых талантливых кадров, включение членов клуба в резерв перспективных кадров и их рекомендацию на руководящие должности. Члены клуба совершенствуют свои знания, управленческие навыки, квалификацию, следуя девизу «Наши знания, талант, сила и инициативы для нового Узбекистана». И своими практическими инициативами носят достойный вклад в реализуемые в стране реформы. İmkoniyatı, hammanın geleceği uzun olur.